архитекторы, художники, их основная функция все-таки удивлять, на мой взгляд, делать мир интересней. Благодаря технологическому прогрессу, производственным возможностям, создавать очень интересные штуки, мобильные, всякие разные по форме, по масштабу, вот, то, что она висит и не падает. И вот это вот все удивляет. Мне очень нравится проект «Расстояние» и вообще парка Никола Ленивец. Бывал там и впечатлялся, видел. И такое соседство, ответственное очень для меня соседство с большими мастерами архитектуры, которые уже делали проект Никола Ленивец, это, безусловно, вдохновение само по себе. Для меня сравнимо, не знаю, с Венецианской биеннале по такому творческому задору. Вопрос производства крайне важный, и мы рассматривали несколько вариантов. И вот остановились на команде «Краста», которая убедительно была очень в своих аргументах, что и как можно делать. Потом подключились коллеги, вот мастерская «Труд» с предложениями по интерьерам. Первая задача, которая перед нами стояла, это на основе эскизов создать модель с оптимальными пропорциями для того, чтобы добиться идеального сочетания, идеальной высоты, идеальной ширины. Из-за того, что объем сжатый, нужно было разработать такое помещение, где было бы удобно жить. И когда у нас туда появились уже объемная модель, BIM-модель, мы уже передали нашим коллегам из «Кросты», которые разрабатывали довольно сложную конструктивную систему металлическую. Когда архитектор придумывает, он на примере, как сделал Сергей Олегович, он сразу позвал инженеров, чтобы не доводить до рабочей документации, а потом все, что вы учили, забудьте, будем делать по-другому. Это правильно. Когда архитектор на стадии идеи эскиза рукой приглашает инженеров, и дальше начинается совместная работа большой группы специалистов. Строительство сегодня уже становится машиностроением. Точность монтажа стен, окон, фасадов уже требует допусков 0,1 мм, 0,5 мм. Вот что сегодняшний мир показывает. Потому что робототехника и многие другие технологии, они уже идут с микронными допусками. Консоль у нашего павильона довольно большая. Вся длина павильона 12 метров, консоль около 8 метров. Она должна будет выдерживать нагрузки своего веса 12 тонн. И людей, которые там останавливаются, и ветровые нагрузки. Простые решения там не подойдут. Нужно было что-то неординарное. Те технологические решения, которые принимались в авиастроении, они идеально подходят именно потому, что там поперечные ребра металлические, которые несут всю эту конструкцию. При этом эти конструкции максимально легкие должны быть. У нас примерно такая же стояла задача. Идея же проекта в том, чтобы показать, что архитектура будущего – это архитектура элементов разнообразных и по форме, и по материалам, не самым типичным для сегодняшней архитектуры. Причем, я думаю, что в будущем мы увидим еще поразительное разнообразие. На мой взгляд, архитектура будет прирастать, ее качество и интерес не в традиционном направлении, где уже многие темы просто закрыты, да, потому что великие мастера поработали и сделали шедевры. Она будет прирастать именно в возможностях нашей цивилизации сегодняшней, которая изобретает, создает удивительные вещи, которые плавают, летают, и в космос летают. Все это неизбежно будет приходить в архитектуру, и будут рождаться объекты вот типа русского идеального. Что в этом помещении должны находиться люди,
нужно было разработать такое помещение, где было бы удобно жить гостям. Металлический конструктив здания утеплен напыляемым утеплителем, вот, что позволило избежать каких-то мостиков холода, щелей и создать оптимальный тепловой режим в павильоне. Из-за того, что это все-таки объект, который находится на природе, человек, находясь в близком контакте с этим помещением и с тем, что его окружает, он должен считывать эту природу. Поэтому там присутствует фанера. Это все-таки такой приятный, натуральный, красивый материал. Всегда можно будет снять эти закладки, выкрутить саморезы и заменить любой кусочек. И всегда обновлять этот номер. То есть даже через там 5 лет, когда морально все устареет, это вообще не проблема все это заменить и обновить. Поэтому этот объект будет стоять очень долго и очень долго может быть поддерживать его эстетическую внутреннюю составляющую. Идея русского идеального, она инновационна со всех точек зрения, с точки зрения формы образования и конструктивных решений, и вписанности в ландшафт, и работы с материалом, и вообще принципы жизни в этом доме. На наш взгляд, это очень созвучно концепции парка. Это был действительно уникальный эксперимент, который как по часам сработал. И в этом смысле надо отдать должное видению и уровню организации Сергея Олеговича и, конечно же, прекрасной компании «Крост», которая взяла на себя такую нагрузку выполнить эти задачи. Поэтому мы с большой благодарностью и удивлением смотрели на весь процесс производства, монтажа и непосредственно презентации, потому что для нас это, конечно, ну, какая-то фантастика. Как это держится? Это самый вопрос номер один точно, и не упадет ли оно, если зайти там внутри на самый край. Павильон не падает, потому что наша железобетонная плита фундамента, преднагруженная почвой, крепится к бетонному стакану, который имеет вес и является совокупно с плитой противовесом для всей конструкции металлической павильон. С ней он соединяется через стальные пластины с помощью анкерных болтов, которые работают на сжатие и на разрыв. Два передних работают на сжатие, 20 тонн каждый. Четыре остальные задние, они работают на отрыв, на 10 тонн каждый. Все это сложная, но просчитанная система профессионалами компании «Крост», которая простоит еще очень долго, и ничего с ней не случится. Мне это хотелось сказать, что давайте все-таки вообще вспомним, что мы огромная, великая страна с колоссальными достижениями.
не только по части завоевания территории, но и по части разных научных и технологических прорывов. И, кстати, архитектура тоже. Поэтому мы можем делать русское идеальное. Без поправок на то, что, знаете, тут у нас вот денег не хватило, тут у нас времени не хватило, тут мы не умеем, тут у нас там материала такого нету. А просто сделать такую вот как бы крутую штуку, которая будет поражать. Этот проект — это прецедент, который показывает, что у нас в стране, в России есть потенциал, у нас есть возможность, у нас есть люди, у нас есть умы, у нас есть творчество для того, чтобы создавать русское идеальное. Не только в этом проекте, но в целом вообще. Русское идеальное — это то, что известно всем, то, что научили бабушки и дедушки нас, родители. Это когда человек человеку друг, товарищ и брат. Вот это и есть русское идеальное, которое нет ни в одной стране мира. Поэтому мы всегда плечо к плечу в сложных ситуациях побеждаем.